Уникальный дефектоскопический комплекс томских ученых вскоре пополнит арсенал техники, которая будет обеспечивать работу магистрального газопровода «Сила Сибири». Разработка оборудования профинансирована ООО «Газпром Трансгаз Томск». Сейчас идет сертификация опытного образца. Уже в начале следующего года аппарат будут использовать для определения дефектов сварных соединений труб газопровода. Подробности у Дарьи Сосновской. Установили аккумулятор, чтобы весь механизм двигался за счет этих аккумуляторов. На сборку дефектоскопического комплекса у инженеров в тесных лабораторных условиях уходит не больше 20 минут. Тележка уже в трубе, на нее вскоре встанет основной элемент комплекса – рентгеновский аппарат. Уникальный комплекс стал результатом научной работы Томского политеха по заданию «Газпром Трансгаз Томска». Томский аппарат отличает повышенную работоспособность. Он способен контролировать сварные соединения на трубах большого диаметра, при этом проходить внутри трубопровода до 4 километров. Комплекс достаточно мобильный, время подготовки составляет не более 30 минут. Важной особенностью устройства является его способность работать при экстремальных перепадах температур от минус 40 для плюс 50 градусов. Дефектоскоп позволит контролировать сварные швы как на строящемся газопроводе, так и на работающем. И здесь томские ученые вновь учли пожелания инженеров-газовиков. Сделали устройство для орбитального перемещения дефектоскопа. Ведь не всегда есть возможность пустить аппарат внутрь трубы. Таким образом, рентгеновский аппарат может двигаться как внутри трубопровода, так и по периметру сварного шва снаружи. Все данные о шве он фиксирует на рентген-пленку. Дефектоскопистам остается эти данные изучить и сделать вывод о качестве сварного шва. Испытания, которые мы проводили, значит, летом и зимой в реальных условиях, показали, что комплекс безотказный и прост в работе. Дефектоскопический комплекс успешно прошел все испытания. В скором времени он будет сертифицирован и добавлен в реестр оборудования «Газпрома». Опытный образец уже в новом году будет обеспечивать неразрушающий контроль магистрального газопровода «Силы Сибири», который является одним из ключевых объектов восточной газовой программы ПАО «Газпром». Запуск газопровода запланирован на декабрь этого года. Дарья Сосновская, Антон Сухушин, Вести Томск.